Кто это пукнул? Ну шо? Батя фермер в деле. Все на пределе. Огурчиков с помидорками посадим? Конечно, посадим. Удобрим. О, выросло. Найс удобрение. Настоящее. Без добавок всяких там. Свое удобрение. Какашечки. Так, все, надо валить отсюда. И тебе, дружок. Уф, фига ты тяжелый. Не докинул, фак. Нормас, пошел я. Все, почти добрался, осталось совсем чуть-чуть, и я дома. Не зря я сходил в это путешествие. Просто обалденный трофей у меня теперь есть. Вот это я понимаю, транспорт, нафиг чё и прыгать. Ты что злой-то стал? Зараза какая позорная. Так, успокойся. Странный трофей, что-то этого я немножечко не учел. Ну ладно, все, я дома. Ленечка, я знаю, что ты дом... Это что еще такое? А что у нас трактор там наверху делает? Не понял? А что за ферма у нас тут новая? Этого я что-то не помню в прошлом видео, чтобы было. Стоп, это что, огурцы? Какие нафиг огурцы? Помидоры? Леня, ты мне скажи... Ты чё тут огурцы и помидоры рассадил? Лёня, я тебя видел, Лёня. Я ж тебе сейчас покажу, Леонид Андреевич. А сигнализацию? Я просил убрать сигнализацию. О боже, какой у меня глупый ассистент. Вы мне, ребята, скажите, что с ним не так? Ладно, на самом деле Лёня может быть и нормальным. Сейчас... Лёня! Я не понял. Ты чё? Как ты здесь прошел, Лёня? Так, все, я сейчас с тобой разберусь. А чё за шипы здесь, понять не могу. Лёня, тук-тук, открывай дверь срочно, иначе я сейчас нажму на эту сигнализацию. Ладно, шутка. Лёня, что происходит? У меня полсердца осталось, мне нужен срочно огурец. Ты мне скажи, пожалуйста, это чё тут за дела? Чё за вентилятор? Выключи! Дома никого нет. Я чё, не вижу, что ли, тебя жопу шоколад? Ты чё тут фены поставил? Я не понял, Лёня. Вот это хорошо, что тебя сдуло с нашего дома. Ты чё, зараза? Грабители, помогите! Сейчас я помогу. Я знаю одного грабителя. Сейчас я помогу, нафиг. Упс. Не, ну по факту, Лёня, по факту. Давай, собирай все свои вещи. И чё за фигня, Лёня? Ты мне скажи, откуда у нас шипы? Откуда у нас эти фены? А это чё тут такое? Лёня, Майнкрафт... Лёня, ты чё, опять свой канал пытаешься прорекламировать? Какой канал? Ну, там, вот есть тут один Лёня Майнкрафтер. А давай хотя бы один раз мой канал прорекламируем, а? Нифига. Почти 160к подписчиков. Ну да, Лёня... В смысле? Тут и так 160 уже, Лёня. Ты что, дурак, что ли? Чё, не видишь 164? Год объем 165. Ну, год объем. Это что у тебя так... Лёнь, давай, включи мой канал хотя бы разок, а, пожалуйста. Почему все на тебя подписываются? Давайте, ребята, еще на мой канал подписываемся. Сейчас Лёня его врубит, все будет нормально. Погоди-ка. А что это такое? А кто кричит? Я пукнул, сори. Это ты вот этим, да, нафунял, Лёня? Да там, забей. Лёня, что за дела происходят? Кто орёт, причём... Ты что, двери закрываешь, Ленечка? О, а ты мой канал включил, о, правильно. Уже скоро 4 ляма подписчиков. Ну как скоро, очень долго до 4 лямов. Но, ребята, подписывайтесь обязательно на мой канал. Лёня, ты нафига вы? Мой канал включил. Короче, ребята, давайте мне сейчас подарок сделаем. А то постоянно этому жопе шоколадному делаем подарок. А на мой канал вы не все подписаны. Так, я должен найти, кто орёт. Кажется, я нашел, Лёня. Движок Дрын-Дрыныча. Смотри, что забрал. Ты чего, Дрын-Дрыныча, движок взял? Спёр у этого деда старого. Ты что, дебил? Что за деревянный движок, Лёня? Он нафиг ни на один мой Porsche Panamera не подойдет, который в гараже стоит. Ты мне лучше скажи. Это что за пес, а? Это мой друг. Друг? Что-то он как-то на друга-то не очень похож, Лёнечка. Лёнь, стой. Айда-ка сюда. А он случайно вырасти не может? Нет, думаешь, может все-таки да? Давай мечом его. Раз, один разок этого пса твоего цепного. Ну, Лёнь, ну что за дела? Нафига ты монстра привез какого-то? Не трогай его! Он мой друг! Он не монстр. Ты монстр шоколадный, ты реально бесишь, Лёня. Почему он здесь стоит и орет? Ну ладно, подойди к нему ближе. Подойди-ка ближе. Бро, обнимашки! Фу, фак, он меня всего оплевал. Так понятное дело, Лёня, у него два рта как минимум. Ну и пес, конечно. Леонид Андреевич вытер фигню об Владуса. Лёня, ты чё, а ты оборзел, что ли, фигню об меня вытирать? Я весь в слюнях теперь. Короче, ты мне скажи, я понял, мод у нас добавился первый. Это хорошо, потому что лайки поставлены, значит...
Точно! Я вспомнил, что нам нужно сделать. Открыть этот сундук. В прошлой серии мы набрали 1 000 000 000 комментариев. Просто вот с этим примером вы отгадали пароль. И пароль у нас 34. Ого, и чё тут? Семечки огурца, семечки помидора и ламба от подписчика? What the fuck? Так, это вещи, которые помогут нам уехать отсюда. Это нам положил подписчик. Это Unreal. А как он сюда пробрался, интересно? Надо, Лёня, подумать над этим, понимаешь? Чё за утечка у нас в мире произошла, что сюда без спроса зашел подписчик? Да, надо как-то точно подумать. Лёнь, кажется, я понял. Слушай, ой, извини. Прости меня, пожалуйста, я просто что-то попутал берега. Давай так общаться. Короче, мне кажется, что это все из-за того, что подписчики активности очень много проявляют. Какой-то, видимо, был буйный подписчик, который лайк поставил, и коммент описал, и колокольчик нажал, и подписался. И, короче, он как-то проник в наш мир. Отвернись, плиз. Я стесняюсь. Ладно, в общем, Лёня, надо как-то это решать. Если подписчиков таких будет много, у нас просто мир от них разорвет. Лёня? Короче, в принципе-то у меня есть подарок от подписчика, поэтому я могу просто уехать отсюда. Стой, Лёня! Зараза, какая... Так, ладно. Одного подписчика мы еще точно допустим, поэтому, ребята, пробуйте, в общем, там, лайки ставить и так далее. Мне кажется, вам откроется какая-то тайна, как зайти, видимо, в мир. И вы мне подарите новую ламбу. Я тест-драфнул. Круто. Норм тачка. Согласен, норм, она потому что от подписчика. У меня все нормальные подписчики, между прочим. Только что за нафиг в твоем гараже? Ты видал? Нет, не видал, Лёня. Погоди, а что за зеленые штуки? Ну-ка, ща разберемся, это что тут такое, или они-то... Это что такое? Лёня, ты мне, пожалуйста, скажи, куда я попал? Что происходит? Почему эта лава меня не бьет? А сейчас бьет. Лёня, что это за лава? А, это ты, что ли, ловушку построил? А ну иди сюда. А ну иди сюда. Куда поскакал, Лёня? Зараза какая. А что это реально в гараже-то такое? Сейчас мы это все дело перепрыгнем. Что это за... Лёнь, это похоже на какой-то трамплин. Только он ведет в стену. Тачки нет в гараже. Стоп, апач, а где тачка в гараже? Я тебя просил мой Порш Панамера сюда пригнать. Мой красный Порш, где он? Я его продал. Что? И купил кирку. Чего, Лёня? Ты купил кирку на 1 000 000 000 рублей? Лёня! Зараза! Вот эта лава вроде как не настоящая, но кирка там сгорает. Эта лава должна быть не настоящая, Лёнь. Ты там нашел кирку? Нет? О, красава, красава, красава. Я спускаюсь. Давай мне ее срочно. Давай, давай. Фух, повезло, Реал, повезло. Я сам за ней нырну. Лёня, она сгорела. Почему лава не настоящая, а кирка сгорает? Какого? О, давай, 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 давай. Давай мне ее скорее. Стой, я выберу. Подожди чуть-чуть, я выберусь хотя бы немножечко сейчас. Ладно, фиг с тобой, Лёня. Да ладно тебе, у меня есть еще 2 кирки, пойдем. Отличная кирка, Лёня, отлично. Ты за... Зараза какая. Надеюсь, что ты купил 1 000 000 кирок на мою Порше. Опа. А что тут за алмазы, Лёня? А что за приколы? Спасибо, спасибо, на, вот забирай. Ладно, добывай. Кого алмазы? Да сейчас на изи вообще. Это что было? А где мои вещи все? Леонид Андрей! Иди сюда! Срочно подошел ко мне. Вижу вещи, иди отсюда. Ты мне, пожалуйста, скажи, шоколадная задница. Нифига, мой труп откинула зыркой! Где он? Хе-хе-хе, Леня, ну это смешно. Ничего себе, а это что у тебя там за коробочки были? Лень, покажи-ка. Леня, стоять, меч! Коробки давай. Сюда, быстро. Что давать? Коробочки, которые у тебя в инвентаре были. Лёня, там не те коробки были, это были нифига не ящики, Лёня. Там были тачки какие-то стоять. Либо давай мне, либо спавни их прямо сейчас. Ого. Подожди. А нормальные тачки есть, Лёня, что это такое? Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько там было ящиков. Там точно их было не 2. Лёня, признавайся, у тебя по любасу есть еще? В смысле нет? Ребята, докажите это, пожалуйста, в комментах. Я нашел портал. Поехали к нему. Какой еще портал, Лёня? Ты на какой? Ну, выбор здесь, конечно, не самый лучший. Ладно, давай я на вот этой. Ок, поехали. Я на этой. Ты чё, офигел, что ли? Стой. А можно с тобой? Спасибо, Лёня.
Все, мы пришли. Это что такое? Ты мне скажи, Леонид Андреевич. Ты что, тележками-то раскидываешься? Спасибо, конечно, что мне дал еще одну, но, Леня, это какая-то жесть. Давай я первый, слушай. Ок, да. Ну-ка, сейчас проверим. Главное, там не расфигариться в самом конце. Ёлы-моталы, это что за жесть? Ленечка. Леня, Леня, Леня. Опасно, опасно, опасно. Что будет? Уу! Все. Спокойно. Я вроде выжил. Все, все нормас. Главное сейчас словить Леня. Леня, давай прыгай, я тебя ловлю. Вот что так воняет? Это не я. Вот. Привет!